Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, Серега, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники», «Испугались охранника», «Карта у нас ФНАФ всем», пацанчики, вы готовы? Да. Мы с Серегой сегодня будем аниматрониками, веселиться и немножко издеваться, потому что мы это очень любим делать. Все, пацаны, закрывайте дверь, и как только дверь закроется, начнется. Так, Серега, немножко темноватая карта, но в этом есть антураж. И когда мы ставим какой-то свет, лагает. 30 кадров показывает, я не знаю почему. Это означает, что оптимизация карты на каком уровне? На нулевом. Ну нет, тут единичка есть, видишь, когда без света же не лагает. Так, ты можешь обезвредить эти бомбы как-то? Я отойду. Отойди, Димас. Давай. Будешь у нас минером. Сколько жизни отняло у тебя? У тебя ж много, да, вроде? Да, у тебя 9600, ничего себе. Продвигаемся вперед. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. На. Короче, сейчас, если они нас убьют, мы возьмем маленький... Это как называется одним словом? Обстоятельства. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, и скоро у нас 1 000 000 подписчиков. Не, ну это, конечно, вы уже наглеете. У нас тут столько челепизриков классных есть. Да. Я уже и про них забыл. Отойдите. Так он бесполезный, Димас, он не кусает. Да? Да. Ну, смотри, он прикольно, как равновесие ловит на гироскопе. Ай. Хорошо, есть у меня полезный. Сейчас. Это, короче, со стороны убивает. Твой корня аниматроник классный, но он же мочит со спины. Да. О, спринтрафы у нас есть. Эй, слышь ты! Что? Собака. А я могу дверь вашу открывать. А у этого аниматроника есть ключ-карта. Кстати, у меня 10 тысяч жизней. Смотри, как они мне Серега мочат. Вы меня не убиваете, вы меня чешете. Только ж меня не убей, Серега. О, тут такой скрип. О, а я иду. Пацанчиков мочить. Рию. Класс, я помню. Ты под музыку можешь битбоксить жопой своей. Эй, слышь, ты чё, ты кого мочишь? Да. Так, Серега, давай возьмем маленьких. Да, сейчас. Подожди, а какой то у нас пилпак, где маленький челепиздрик есть? Спрингтрап. Ой, точнее, плюштрап там. Во. Ты готов, Сережка? Ух ты. Не, я умер. Я знал, что это случится когда-то. Давай вентиляцию пойдем. Не надо. Давай, я лезу. А где ты лезешь тут вентиляцию? Вот он мне. Ой. Ого, они... Нифига себе. Они вентиляцию поставили. А я его сейчас покусаю в темноте. Ты урон вообще не наносишь мне. То тебе так кажется. Но у меня 100 хп. Ну так ты подойди сюда. Димас, я в вентиляции, ты где? Ой, красава. Не, я не жук, я аниматроник. Я скоро возьму любимое твое оружие. Нет, его нету. Это что, черное очко? Не, ну сейчас увидишь. На, привет. Ну, Серега, ну да, их помочу тоже. Ай! Блин, темно. Это не то оружие, так, простите. Давайте без админского петуха. А, да, давайте тоже его не надо, он очень читерский. Ты на кого батон крышишь? Так, блин, темно, жесть. О, если я сделаю от первого лица, я смогу ночной режим включить. Пошел отсюда, щенок. Ты чё сюда лезешь? Это моя будка? Так, Серега, ты где? Я вентиляции лазил. Я тоже. Давай встретимся там, где развилка, как раз на центральный вход. Я там тебя жду. Давай, бегу. Вот, перед самой дверью. Слышь, он там опять заглядывает. Я буду, кто будет там лазить? Эй! Димас, я вот он, сзади был. Вот, меня... Я их пойду мочить. Давай. Ты сможешь. Оп,
Ты троих уже замочил. Отлично, я сзади тебя иду. Ты танк. Подойди. Открывайте. Я сейчас выломаю. У меня 300 жизней осталось. Я выломаю сейчас. О, ты открыть ее можешь, Серега. Давай, 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 пролазь. Я выломал, я бегу, еще один челик где-то спрятался. Так, я тут буду ждать. Засаду им делать. Убил. Блин, не успел. Отлично, Серега, мы с тобой классно справляемся. Так, давай сделаем отход. Все, я отступил. Я возьму сейчас такого, это аниматроника, от которого они обкакают. Это кто такое? Ты его знаешь. Покажи, я буду, я за дитя стою, я смотрю. Ой-ой-ой, это реально очень читерский такой. А я возьму, знаешь кого? А сейчас покажу тебе. О, давай. Я, короче, буду отвлекать. Они меня пригвоздили, Серега. А меня тоже. Вот какое оружие. Он сказал, это любимое оружие мое. Это да, да, оно. Нет, не то. Ах ты жопа. Твой любимый пулемет я еще не взял. Я не понимаю, у меня 10 тысяч жизни, а я бесполезный. Какой смысл от меня, если я не могу дамажить? Серега, давай, я буду приманивать, и ты гаси. Ёлки. Ах ты туманист. Ой-ой-ой. Хотя не помогает, что твоя горелка. Ух ты, что творится. Убил. Красава. Димас, ты где? Я в этой комнате, где камера, фейковые камеры с экрана. Я думаю, они офигели, короче. Их надо наказывать. Так, мне надо камеру немножко отредактировать. Давайте. Подальше сделаем. И правее. Так, Серега, я тебя вижу. Димки хотел убить, а? Идем. Он, Димас хитрозадый, он хотел меня в невидимке убить. Ножи, отлично, нападаем. О, давай, берите сторон, маньяка. Окружаем. Давай, берите маньяка, я разрешаю. А я вас вижу, на этой карте, где так немножко полутемно, вас видно. А я иду, иду, пацанчиков мочить, хали... Ой, извини, Димас, это как называется? Обстоятельства. Все сходится, отлично. Я не хотел, я случайно. Так, сейчас я отлечу и сделаю еще одну нападение. Так, подождите, кто у нас тут еще есть такой топовый из аниматроников? Ну, Серега, ты их всех съешь сейчас. Во, с кем я буду. Тебе ничего не осталось. Стерлинг Бэйби. Они тут лазером все жгут, Димас. Откуда у них лазеры? Не знаю, из глаз. А, эта штуковина не лазит. Хорошо, давайте возьмем, кто лазит. Продвигаемся. Блин, тут темно очень. Это вентиляция? Так, камеру давайте сделаем вот такую вот. О, все, вам канал. Да уж. О, кто-то звук такой издает. Кто это? Я не знаю. Ого. Впервые слышал такой звук. Да, это, кстати, прикольно, что-то было такое новенькое. Так, сделаем от первого лица. И начну режим. Ох, ты напугал меня. Да хватит, алло. Я иду, я иду. А, я вышел вообще с другой стороны на нычку. О, я могу с вентиляции на вентиляцию перебегать быстро. Они даже, Серега, не успевают мне ничего сделать. Смотри. Ты что стоишь тут? Я псих. А где вентиляция? Можно за чужого класса будет так поиграть. Так. Че, пацаны, никак? Ух ты, Сережна! Обстоятельства. Я знаю, я специально так поддался тебе. Так, подожди, подожди. Берем еще раз маленького, они не могут по маленькому попадать. Димас, тут какая-то фигня на карте происходит. Какая? Слышишь? Что? Нет. Там, где спалишь, а там такие штуки, которые нажимаешь, там музыка, там мотонка. А что это за звуки? Это что-то сейчас будет. Сейчас скример будет. Серега, готовься. Ой. Это жесть.
Там, короче, ломается доска, потом открывается. Смотри, смотри! О! О! Чё это? От третьего лица сделаю. Это значит что, конец всем? Все, нам всем да. Конец, мы все проиграли. Серега, тут сейчас будет, наверное, черная стена. А, я помню, сейчас черная стена будет идти. Черное очко сейчас вылезет, Димас, нам конец. Нет, все, мы умрем. Вот, вылазит она вылазит. Ой-ой-ой-ой. Пацаны, осторожно, осторожно. А, меня забрали. Скоро скример будет. Ой, и с этой стороны все, нам конец. Давайте. Нам всем конец, ребята. Я прыгаю в бездну. Нет, а я буду жить, я буду хвататься за жизнь. Я вижу, я вижу. Я помню эту часть карты. Я прилетел. Так, бежим до этого челика. О, пацаны, мы тут. Во. Где мы? Офигенно же. Ой-ой-ой, скример. Это было жестко, я знаю, там скример такой прикольный вылазит. Испугались? Обосрались. Так, ну что, прыгаем вниз? Прыгаем. И все, и мы в бездне. Это все, концовка. Идите, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и всем пока. Серега, без взрывов никак, да вообще? Да, никак не могу. Мне нравится, погнали.